Сегодня 5 августа исполнилось бы 93 года нашему выдающемуся герою, дважды герою Советского Союза, летчик-штурмовик, генерал-майор авиации Бигельдинову Талгату Якубековичу. В честь этого дня было принято решение организовать и провести День памяти, чтобы День памяти остался традиционным, передавалось молодежи с года в год, чтобы все помнили о нашем прославленном «Соколе-летчике», который действительно прославил наш Казахстан вот героическим подвигом во время войны. Дух отца нас не покинул. У меня такое ощущение, что он всегда со мной рядом и поддерживает меня. Сейчас не очень, как говорится, легкие времена, трудные для нашего фонда, созданного моим отцом. И он вот со мной, он меня поддерживает, как бы его дух. Я никогда как бы не ощущала, что его нет. Вот. Извините, конечно, это может пространно звучит, но вот он всегда со мной рядом. И сейчас со мной тоже рядом. Вот такой вот был очень грамотный, целеустремленный, честный, скромный человек. Никогда своими достоинствами не хвастался, ничего так вот, показушности никогда не было. Был простой, веселый, любил анекдоты. Кто-то из семьи, стал летчиком? Да, мой сын. Мой сын летчик. Боинг 757.